Сегодня у нас 11 февраля. Вот мы ходим, раздаем Евангелие тут. Бесплатно даем. На Спартаке. Как, для чего? Мы же все помрем однажды. И эта книга нам говорит о том, что пойдем на суд страшный. И сам Господь будет нас судить по слову своему. А это как бы о том, как спасти душу свою. Мы просто грешить первым делом. Это жить честно, чтобы Господь открылся. Это интернет, если есть, зайди. Прям открывать и читай. Сталин со всеми гадами там будем жариться. Кстати, это самое, вот, прошлый год или когда, я помню, давали вы уже. Мы каждый год ходим. Каждый год или два года назад? Я помню. Два года назад. Благодарю. Давайте. Библия. Давайте Библию читать. Это Новый Завет. Это четыре апостола, которые написали в жизни Христа после его отшествия. Да. Вот висит, вот висит. Всегда смотрите вот здесь. Берете духовную или Библия, Новый Завет. Божественная книга о том, что если мы умрем, пойдем на суд Божий. Знаете об этом? Ну, мы уверены. Больше даже уверен, что я сам стою здесь. Вы что, продаете? Нет. Вот. У вас интернет спустили. Святой Евангелие бесплатно. Господь говорит, даром дано, даром отдавайте. Это даром. Возьмите, читайте. Спасибо. Слава Богу. Спасибо. Бороду, конечно, не надо. Борода — это Бог дал еще нам бороду. Это отличительно было. Это
мужская написана красота, борода. Бог там, а женщин морды не дал. У петуха есть гребень, там написано, что у каждого животного отличается как-то. Коза от этого, от козла, баран от овцы как-то, бык от коровы, у мужчин это борода. А так вот с бороды это половина. Пол, это среди мужской, не женский пол будет. Будет внизу мужчина, среди женщин. Это полноценно все. Сегодня прям столько раздал. Я вырос в семье верующих. Бог помощь вам. А он есть это. Это папа Максим. Я помню. Мир вам. Передай а привет. Я тебе. Пользуясь случаем, можете передать привет. Для интернета снимаю. Да? Максим Худенцов был в армии. Где он служил-то? Он не учебки он служил на Урале, а потом на Дальнем Востоке. А в каких войсках? Ну, он этот оператор-наводчик. Оператор-наводчик. Он у нас в лагере был. Да, у нас сколько лет-то. А я вот дочь не смог вам отправить. В этом году денег вообще. Я хочу дочь, через вас в лагерь прошла она. Потому что она дает, столько дает. Моему старшему столько не дало. Это не на рекламу я снимаю. Максим-то в храм-то ходит? Ну как? Вот после армейки пришел, как и стал такой. Более колкованно. Да, плохо, да. Ну я ему передам вот сейчас. Я ему... А дочери сколько младше лет там? 12. 12? 12? Да. Поэтому вот так вот. Еще раз хочу, что она-то побыла же, знаете, Тихонич ее воспитывал. Вот она тоже много, но она вот... А она, дочка, была хоть один год в лагере? Да. Ну, я что-то ее не помню. Полника. Да была. Еще ее, я же по вашим фотографиям, вот, она говорит, мы Максиму, когда в хулигане стрельнули, такое, скажи, оно, ну, как его поднести. Вот Игнатий Тихонич, большой, от меня благодарность, я ему благодарен за многое. А вот с армейки-то он когда мне звонил, ну получилось как, он приходит, пока вот с работой, пока вот с учебой, тому подобное, ну денег вот вообще все. Это и... Максим-то устроился куда работать? Так он и поступил в институт. Ну, и работает и учится, да? Молодец. Да сейчас и ремонт ему делать, я ему уже дом отдал. Ну как, у нас там два дома, потом отдал. Дай бог, хорошо пошел. И вот я думаю, что это Геннадий Тихонович сделал. Да. Да. Извините, видите, как? Это наша вера, христианство. Наша. По благословению патриарха Кирилла. Наша вера, да. Божья вера написана. Бог для всех пришел, а не только для нас, русских. Есть. Бог даром дает, мы тоже даром. Спаси Христос. Святой Иван.
Бог даром дает, не даром. Бог даром дает, не даром дает. Спаси Христа. Спаси Христа. У вас, ребята, интернет есть дома? Да. Давайте я вам визитку дам. Вот возьми одну, пожалуйста. Угу. Вторую может, надо другую возьми тоже. Хорошо. Все, Бог помощь. Как горячие пирожки. Да, вот это и возьми эту визитку тоже туда. Как горячие пирожки. Молодым предлагаю визитки тоже, кроме Евангелия еще. Бесплатно купила. Бесплатно купила. Сходи купить. Да я, чтобы людям мешаться. Солнце есть. Бесплатно, святой Иван. Вода какая? Бесплатно, святой Иван. Бог даром дает. Библию. Святое Евангелие бесплатно. Святое Евангелие бесплатно.
Что, закончились? Да, визитка осталась, у нее интернету нет. Да, бабушки дал. А? Да бабушки. Там визиточка, интернет, сайт, форум, на ютубе канал у нас. Ходите. Чего? А мне зачем? Я вам, блядь, отвечаю. Может, не берете? Да сейчас я сниму. А? Где пошли? Да сейчас я ему. Видео новый пистолет. Пошли написать Новый Завет. Дьявол прикинулся змеем, полз туда, Еву соблазнил, она вкусила, дала Адаму, он тоже ел, и в тот же день стали смерть. И потом это все смерть. Все мы с вами потомки, Адама и Ева. До того, как Христос пришел, и уже наши великие шипы, и смерть, и наконец-то последовать царство небесное. И вот тут написано самые важные места Библии. Как тут все? Это первый шаг сделать понимание того, что мы-то грешны все. И благодатью мы можем очиститься. Господь нам обетование дал. А почему в городу не нужно тогда? А вот сыщи. Это, ну, читайте Библию, написано Левитам 19 глава, 27 стих, написано, не порти края бороды твои, а вы не то, что края вообще брылись и стали нейтрального пола образовать. Господь сказал, там мужчина и женщина, по образу подобию своему, а вы образ не портите мужской. Знаете, как просто это угодно, может гневаться на вас за это, поэтому с жизни не идет. Жена наслухается, как по этим садам. Я без мужчины учить не позволяю, Библия написано, не властвует над мужем. А сегодня еще раз. Обязательно. Слава Христу. Святой Евангелие. Желаю читать.